Всем привет, с вами ArxPlay, и мы продолжаем проходить игру, дети мои. Интересно, игра квесты, давайте, о. Я сразу прохожу несколько игр, да, и поэтому я немного путаюсь. Здесь Марпа хранит говно, понятно. Так, мы нашли какие-то вещи, ага. Дрова. Так, смотрите, дрова. Это что-то значит, дрова. Можно и руку будет отрубить, наверное. А что мы можем сделать? А мне где-то нужны были дрова. Подождите, где-то нам нужны были дрова. Можешь своровать? Ну ладно. С этой тупой дурой мы поговорили. А! Что? Она просила найти дрова, которые у нее за спиною? Ну ладно, давайте соберем все, что есть. А есть очень много. Дрова. Я должен принести дрова старушке. Вот же дрова. Понятно. Наверное, мало дров. Все, я понял. Насрать тебе в рот надо, дура тупая. Давайте глянем, что у нас есть. Дров у нас нету. Ну что ж, let's go. Прочекаем. Гвозди подобрал, пустую банку, ведро. Сколько много я подобрал-то, а? Так, реально надо вспомнить, что же мы делали до этого. Все, здесь больше ничего интересного нету. У нас что-то здесь было, да, мы остановились. О, а это что такое? Нет, не сюда. А, вот мы у нее были, да? А что у нас здесь, подождите. Птичка нам дала... Все, что нужно было. Здесь мы все, что можно были, взяли, да? Здесь мы все... вот сюда вот нам нужно было. Нам нужна какая-то палочка, да? Нет, мы ничего не нашли подходящего. Это, наверное, дрова какие-то. Пустая банка. Нет, смотрите, не то пальто. Ладно, хорошо, нужно найти ей дрова. Ну и сначала тогда сейчас все быстренько здесь прошарим, да, что у нас еще здесь есть. Здесь какое-то окно. Слишком высоко, это люк. Череп обосранный. Смотрите, лесенка как раз подойдет туда, да? Мы пришли отсюда. Здесь мы уже все... Извентиляюсь. Откуда была музыка? Так. Ну, давайте посмотрим, что есть за окно у нас. Ага, молоток у меня есть. Гвозди есть. Молоток. Молоток и говна накинуть. Одной части нет? Люк запер. Похоже, одной части люка не хватает. Ковшик. А зачем нам ковшик? Ведро нет. Веревка? Люк запер. Да, одной части не хватает. Да подожди ты, вот. Что ж не хватает-то? Не, здесь все это говно. Ладно, уходим отсюда. Это я знаю. Так. Ладно, идем тогда дальше. Что делать нам остается? Статуя орла. А. Вот теперь мы пойдем сюда. Сейчас будет скример, смотрите, сейчас кто-то заорет. У нас столько дел много. Помните, у нас еще есть там трон, да, куда мы не поставили фигню. Там нужна какая-то фигня такая. Нужно что-то вставить. Так, подожди, в углубление. Чё же так сложно-то? О! Да вы чё?
Ха-ха, додумался, Вася. Вася. Теперь поворачиваем, опять приближаем, открываем это говно, открываем это. Наконец-то мы избавились от куска дерьма. О, началось! Доброе утро! Переместите шарики в круге соответствующего цвета. Используйте... Чувствую, как это жопа будет. Я вообще ни хрена не понял. Выпустите шарик, да? Это так долго будет? А почему не выпускается? А, подожди, сейчас подумаю. Попробуем это сделать таким образом. Ага. О, так он еще и меняет цвет, мразь. Попробуем так, давайте. То есть, если я нажму красный, по идее, он выпустит сюда. Ага. Ага. Так, давай, давай. А внизу тоже красный, да? Блин, так нечестно. Нет, я сейчас ливану, короче. Все, я еще не буду играть. Давай, он же опять цвет поменяет. Чмо. Ну ты чмо. Можно пока синий попробовать таким образом. Или он поменять опять цвет, не успею, да? Так, как же нам сделать-то? Подождите. Я не успеваю, он цвета меняет. Ну-ка. Сейчас красный стал здесь. Очень странные. Я успел, смотрите. Отлично, все, про красное говно можно забыть. Зеленое где? Ну не усну. А нет, про красное нельзя забыть, я думал, все уже. А, в принципе, без разницы, он просто меняет цвета. Все. Это не сложно, здесь надо просто все рассчитать. Так, подождите, здесь сейчас все будет у нас. Давай, давай. Не успел. А, вот так. Сейчас, по идее, красный попадет опять. Можем его, короче, одним красным все сделать. Ага, остается все меньше и меньше. Ну, давай зеленую сделай, ты говно. Ха-ха-ха, я обомал. Окей, и остается у нас последняя, это синяя. А, она будет любого цвета. Да, конечно, геморройно. Да вы чё? Ну чё, будем целый круг ждать? Ага, все. Кстати, можно несколько раз стрелять даже можно. Все, отлично. Фух, потратили мы, конечно, время на это чудо-юдо. Вращающийся символ, ага. Все? Здесь у нас все, да, как я понял? Никаких секретиков нету, черепков нету. Так, еще одну головоломку мы разгадали. Так, скоммуниздили факел. Ой, подожди, стоп, стоп, нет. Здесь слишком темно. А, ну вот. У нас, по-моему, зажигалка была, нет? Нет, у нас не было зажигалки. А, то есть факел зажигается факелом. Кто бы подумал в нашей жизни, а? За прутьями что-то есть. Так что-то надо сломать, нет? О, смотрите, подошло. Все, избавились мы от этого говна, отлично.
Ну, да. Вообще ничем это, в принципе, не помогло. Глаза статуи. Все, здесь мы все сделали, да? А зачем он сюда приглашает нас? Мы же все сделали, странно. Обычно, когда мы все сделали, убирается переход. Очень странно. Ну ладно. Так, все, сваливаем отсюда. И что, сюда теперь? Ага. Где нам нужны были глаза статуи? Подождите, сейчас посмотрим. Может быть, здесь нам нужны были глаза статуи? Ага. И все ради этого говна боссаного? О, мультик. А, нет, просто выкинул. Все. Теперь мы сюда тоже не идем, правильно? Ну, по идее, да. Потихонечку наши пути сокращаются. Как наша жизнь. Ой. Все. Смотрите, у нас есть еще это говно. Вращающая сима. Можно попробовать сделать следующее. Можно свалить отсюда. Отсюда. Фу, я думал, все, сдохла игра, вылетела нахрен. Ну ты чё за говно, а? Ну что ж ты за мразь? Ведро-то засунь. Что нам сюда поставить? Это не ставится, ничего не ставится. У нас есть куча говна. Хорошо, ладно, уходим отсюда. О, мы еще здесь можем посмотреть. Смотрите. Алмазы остались? Алмазы не остались. Вращающийся символ. Так, нам нужен глаз алмаз. Шоколадный глаз нужен, да? Ладно, я опять в замешательстве. Еще раз идем дальше. Сюда, сюда, давай. А здесь... О, здесь у нас ключ нужен был. Ёлки-палки, у нас ключа еще нет. Нам еще столько много надо, это просто забить. Вонючие эти посохи. Так, еще у нас трон был, да, насколько я помню. А, трон открылся, он просто открылся и все. Странно, странно. А, знаете, чем это может быть? А? Ага, чуете, да, запашок победы? Ой, это было громко, наверное. Давай, все, что есть. Так, изображение черепа. Зачем нам ведро? Опять мы эти кучи говна собираем. Я даже не знаю, куда они стать. Нам еще одна осталась. О, дрова. И все? Ну все. А там же фигура была. Ну ладно, пошли в жопу. Что мне сказать? Давай, давай. На, подави. В жопу засунь себе. Да я понял, понял. Молодец. Теперь нужно найти несколько ингредиентов. Два перца чили, я скорпиона и говно свежей воды. Свежую воду мы сможем найти, а я скорпиона и чили. What? О, бревна. Бревна нам нужны, да, я помню. Нам нужны там рядом будет тема, нужны будут бревна. Но там еще нужно будет квадратное говно. Правильно я помню? О, здесь можно воду набрать. Ладно, не здесь, я пошутил, это была шутка. У нас здесь что-то было. Я чувствую запашок победы. Ну вот, здесь бревна у нас и есть. Давайте сразу выкинем. А что же сюда нужно-то? Нет. Какая-то квадратная шляпа. Зачем вот эти сраные рога? Их одевать можно?
О, цель. А я где? А я здесь. Преисподняя. Ладно, посрать. Хорошо, тогда методом тыка будем все делать. Пойдемте посмотрим, что у нас есть там. Опять назад вернемся. Вернемся сюда. Сюда можно было нажать. О, о. Ага, это уже лучше. Давайте избавимся. Надо набрать. А, нам нужно это все набрать. Нужна вода, да? Вода, яд скорпиона, которого я ни разу не видел. И перец. Офигеть. О! Перчик. Я еще хочу перчика. А где я скорпиона-то взять? Давайте сразу выкинем. О, две штуки. Так, набрать воду. И я скорпиона. Мы вообще скорпионов-то видели в этой игре? О! А, ага. Во-во. Сейчас мы, короче, спустим, наберем воду. Да. Пустая банка. Ой-ой, я боюсь, убери от меня, пожалуйста. Ой, как страшно-то. Какое-то говно вылезло. Я думаю, сейчас игра вылетит, Windows переустанавливать надо. Пока у нас все получается, в принципе, отлично. Почему он сюда заглядывает, не понимаю. Скорпион, а где же здесь скорпиона-то? О, привет, говно. Вот и все, изи-бризи, короче. Чисто спонтанно нашли скорпиона. Давай, суй свое говно сюда. Ах, как вкусно пахнет наше говно. Хочешь попробовать? Видишь ли, супчик-то не простой, а золотой. Лишь глоток и сможешь дышать под водой. Ха, ну разве не чудесно? А на дне озера тебя кое-что ждет. Если хочешь с ним встретиться, то без моего супа тебе не обойтись. Но не бойся, мы все знаем, зачем ты здесь, Хелен. Съешь немного говна и продолжи свое путешествие. Будущее мира в твоих руках, бомж. Мне плитки этого не хватает. Почему не руками? Ну, ложкой жуй. Че, тупая, что ли? Ты инвалид. Ах, да, Хелен, пока ты не ушла, может, отдашь мне свой рюкзачок? Рюкзачок. Пожалуйста, он бы мне так пригодился. Хрен тебе в рыло. Взамен я подарю тебе особенный череп. Не вот... Он внутри тайника, поверь, он тебе еще пригодится. Мне уже понадарили всякие посохи бесполезные, всякие амулеты обосранные. Ну что ж, давай череп, давай. Если она говорит, да, тупая ведьма. О, наконец-то мы скинули кучу говна. Спасибо, дитя мое, и удачи в пути. Не забудь забрать череп Лупы из моего тайника. Тайника. А я раньше не мог забрать из ее тайника. Череп Лупу. Череп за Луп. Ой, череп Лупу. Ну, это было очевидно. Хе-хе, да. Я почему-то догадался сразу. Так, спуститься вниз. Ну, здесь нас, в принципе, почему ничего не ждет-то? Нас здесь ждет. Где эта херня обосранная? Или мне все равно идти вниз? Блин, такое чувство, что мы что-то не до конца сделали. У нас там еще сундук не открыт. Не понимаю, я же все уже посмотрел. Там мы только что были. Ладно, идем вниз. Мы здесь уже все облазили. Останется меня так, уходим. Тупую птичку уже облазили. Здесь тоже все проверили. Не хватает одной доски. Странно. Какой-то вонючей доски. Ага, да. Я просто вспоминал. Все, короче, пошлите. Спускайся.
Опа, чтиво, кровавое чтиво. Ничего себе, я действительно могу дышать под водой. Старушка была права, мне просто трудно в это поверить. Стоп, а это что там за парень? Похож на бомжа обоссанного. С каждым сделанным шагом становится все удивительнее. Так что же меня ждет впереди? Тайна! Что он деньги попросит? Эти растения, давай порубим их, наверное. На, мразь. Древний. Ой, опять одна из три. Я больше ненавижу, честно сказать, собирать всякие штуки, да. 6 из 7. Я ненавижу. Колокольчик, смотрите. Я спалил колокольчик. 6 из 7, 2 из 5. Ага, я не могу уйти, пока не поговорю. Да я тебе не выгоняю. Давай поговорим. Я просто чекал. Хелен, рад видеть. Я Менгис, хранитель озера. Озера. Фига у него болото. Он похож на этого. Который с химией был связан, по-моему, или с физикой. Как же его зовут-то? Вы по-любому знаете. Я не помню. Но это знаменитый. У него такая фотография еще есть. Вы поняли, короче. Не бойся, тебе ведь уже приходилось видеть странные и необычные вещи, не правда ли? Правда, правда. Я все о тебе знаю. Мир не такой простой, как многие думают, моя дорогая. Пошел ты в жопу. Чмо. Эйнштейн, это Эйнштейн, выкусите. Есть то, что лишь немногим дано увидеть или почувствовать. Ты же выбрала правильный путь. Я на это так надеялся. О, все, словесный понос потек у него. Подожди-ка, это же ожерелье Небесной Королевы. Пригодилось ожерелье. Где ты его нашла? Это же мой подарок от небесного народа, знак признательности за когда-то оказанную мной помощь. Кто-то уже невозможно узнать, кто именно выкрал его из озера, и больше я о нем ничего не слышал. Я уж подумал, что больше никогда его не увижу. Хелен, спасибо огромное, спасибо. За что? Я тебе не отдам его. О, у меня голубое говно, смотрите, справа я не видел. Мана? Что надо от меня? Опять читать. Ну, это точно самое странное существо из всех, что мне доводилось видеть. Это Эйнштейн, он всегда был странный. Он гений, гений. Все гении странные люди. Этот гибрид человека и рыбы живет в озере наедине со своим питомцем, золотой черепахой. В это просто невозможно поверить. К счастью, он очень дружелюбен и отрезал мне голову. Все, пошел в жопу. Гигантская черепаха. Да мне нафиг не устраивай, забирай. Видишь ли, Хелен, темные силы не дремлют. После долгого времени темные вновь восстают. Почему темные с большой буквы, непонятно. Их мир рушится, поэтому они захватывают наш. О, если они справятся, проникнут на землю, то нас всех ждет крах. Мы превратимся в их рабов. Я вижу, что ты уже познакомилась с Рамовой. Она ведь уже рассказала тебе о том, как исчезли древние цивилизации. В общем-то, то же самое ждет нас. Ну и срал я. Продолжи свой путь и не дай темным к нам пробраться. Не дай этому случиться, даже если это будет стоить тебе жизнь. Кстати, в метро 2033 там тоже есть темные или черные. Все? Да, ничего здесь полезного я для себя не нашел. О! И что, это просто так, что ли? Странно. О, это упа какая-то. Зачем это упа? Эй, а что делать-то? Подождите, не понимаю. Очень странно, он так приблизил. Вроде ничего нету. Блин, я уже хотел все уйти. Да еще один рог. У тебя три рога, ты дура тупая. Я уже почти ушел. Прикинь, я бы мог сюда в жизни никогда не вернуться в историю человечества. О. О, во, нашли 7. Отлично. Так, линза мне ни о чем не говорит. Мы нашли! Красавцы. Помните, эта фигня квадратная нужна была? Нашли, все. Я доволен, что еще одну разгадку мы разгадали.
И чё? Ладно, подожди, давайте все прочекаем, что он здесь есть. Вау, сундуки, это что-то интересное. Но в любом случае, надо сначала прочекать. Ага, это мы уже видели. Да что ж тебе надо от меня, дура? А вот, наверное, механизмы, да? Ну все, доброе утро. Инструкция. Заполните воздухом верхние впадины, проворачивайте голову из них, чтобы направлять потоки воздуха. А, все. Так она вообще здесь не нужна. И ты не нужна здесь. Капец, вот реально гениальная игра. Здесь... Ой, я думаю, глаз кружилась, это поднялась. Здесь такие технологии придуманы. Посмотрите на это вообще. Просто, говорю, уникальная игра, гениальная. Молодцы, конечно. Очень много интересных квестов, которые раньше никогда не видел. Вот такое вы видели? Вот спорим, что нет? На 2 рубля. Ровно на 2 рубля спорим, давайте. Мы это убираем, это вот сюда вот вверх ставим. Это немного поворачиваем сюда. Это легкое задание. Сначала просто надо было понять нормально. То убираем сюда. Это вот сюда вот. Ниже, давай. Ты че, ты слышишь? Так, что-то мне не нравится, как он работает. А вот так. Нормально, все. Потекло говно по трубам. Давай, давай, все, сейчас закончим. Оп-оп-оп-оп. Все. Эксперт, да? Что ж ты? Кто сомневался-то? Я надеюсь, что цепочка убралась. О, кислота, да, дайте угадаю. Это не сюда ли надо, а? Призы. Раз, два, три, подотри. Скипетр. Опять мы нашли какую-то палку вонючую, бесполезную. Ну что ж, здесь все. Жалко, что нельзя потом нажать, чтобы он в конце посветил. Все или не все? Приходится искать. По-моему, все. Смотрите, как мы все прям идеально сделали. Да, красиво. Да, по-моему, все. Так, ты, бомж, уже мне здесь не нужен. О, мы можем еще вниз идти? Хорошо, мы тогда сделаем так. Мы сейчас вернемся сюда, пойдем сюда, потом сюда. И вот сюда вот. Закончим с этим говном. Кладем это. Да. Эх, не сильно мне это нужно было. Хорошо. Сейчас смотрим, что у нас есть. Линза какая-то. Нет. А, там так просто... Блин, отстань от меня. Скипетр. Смотрим, мы к ним больше подойти не можем. Ну-ка, давайте отойдем. А к этой мы можем сходить? Нет. Тогда идем дальше. Свежий. Это что такое за мумия? Как я его открыть должен? Колебали, мы ни одного ключа не нашли. Ага. Ни одного сраного ключа мы не нашли. Три углубления. Три углубления. Чем он близко не подходит? О, ключ. Отлично. Так, ключик мы нашли. Ну давайте откроем бомжа. Минус один. Так, урна. У нас все три урны. Две урны.
Это какой-то люк, да? Ну и что мы сможем сделать? Эй! Непонятно нам. Ладно, пошел в жопу люк. Пойдем выше. Так, здесь все нормально, да? Опа! Какой вид? Баллиста, наверное, используется для коммуникации с летающим островом. Если я хочу туда добраться, то надо заставить баллисту нормально работать и послать сообщение на летающий остров. Возможно, они подскажут мне, как к ним попасть. Ну, давайте глянем. Нужно ее повернуть. Застрял, да? Чем же тебе помочь-то, застрявший ты наша баллиста, а? Даже не представляю. Ладно. О. Ой, началось. Заколебали. Найдите 10 пар. Ну, давайте. Это что такое? Офигеть, скорость-то. А, это типа гусениц надо найти? Ага. Да вы чё, гоните что ли? Ничего не понимаю. 10 пар. Ну я, конечно, помню такую игру. Найди 10 пар. Ну, они так быстро двигаются, что фиг запомнишь. Хотя, я запомнить могу все. Это нас, по-моему, не было. Так, это нас тоже не было. Все, изи-бризи, короче, пошли в жопу, все. Батя затащил, как всегда. Так, мы нашли 3 вонючие урны. Машинное масло, я понял, для чего проволока. Машинное масло нам пригодится здесь. Мы сможем смазать это говно. И повернуть. Прицелиться. О, началось. Ну, в принципе, это не то. Так, проволока есть. Что это такое? А, это не посох? Нет, это не посох. А что это такое? И какая-то палка. Это не лупа. Прикольно, мы потом будем на каком-то острове. Не, мне это нравится. О, черепок? Да. А. Остров мне нравится однозначно. Так, нам нужно собрать опять вещи. Пойдемте выше тогда. О, да. О, а вот это уже интересно. Вот это у нас и есть. Вот это у нас и есть. А здесь что-то... Нет, да? Опять здесь тоже мы собрать не можем ничего. Так, свиток взяли какой-то. А, свиток он нужен был. Стрела. Стрела тоже нужна была. Она сюда вот нужна была, дайте угадаю. Стрела есть, свиток есть. Что? А, ему надо найти место. То есть сначала нужно тогда использовать это говно. Похоже, на этом камне что-то было. Так. Ну все, осталась нам одна деталь, да? Отсюда, значит, уже можно сваливать. Здесь мы все сделали. Мне кажется, мы скоро уже игру пройдем такими темпами. Здесь мы уже ничего не сделаем. Здесь нам нечего
смотрите. Ключ. Ну, вы поняли, короче, да? Теперь давайте мы сейчас идем обратно вот сюда. Вот. А, вот сюда, вот, вот сюда, вот. Нет, не вот сюда, вот, вот сюда, вот. Вот сюда, вот, и вот сюда, вот. И вот сюда, вот. Вот так вот. Чё надо? Чё опять надо от меня? Оп, оп, оп. А я в том порядке кладу? А без разницы. Кристалл. Кристаллитаса! Педро смотрит на тебя. Не? Ну ладно. Хотя бы я попытался. Мне интересно, когда мы вот это говно пройдем. Фу. Все, короче, хватит на сегодня. Мы так, мы уже очень много прошли, почти игра закончится, уже скоро титры будут идти. У нас три рога, золотой рог. Три рога. Нет. Кристалл, зачем нам кристалл? Ладно, это уже будет другой серии. Все. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока.